Ну вот так же выглядит это же озеро. Маленькое подальше проехал. Здесь он тоже все зарастает, но в принципе вот здесь можно попробовать. Вот, как бы вон что происходит с той стороны, с которой я вам показывал. Как бы вот так вот. Ну, здесь можно попробовать, чучку погонять. Не знаю, что из этого получится. Сейчас вот все-таки соберу маленько. И будем уже пробовать, если уж что-то получится. Взял с собой маленький наборчик. То, что было. Не знаю, начну, наверное, может, с воблера. 15 грамм. Такой вот расцветки. Что-то может и стрельнет на него, не знаю. Будем пытаться дальше уже в следующем видео.